Владимир Путин провел телефонную беседу с Бараком Обамой. Она состоялась по инициативе Белого дома. Главы государств обсудили кризис в Сирии, ситуацию на Корейском полуострове и положение дел на Украине. Российский лидер подчеркнул необходимость соблюдения Киевом обязательств по Минским договоренностям. Владимир Путин и Барак Обама также обсудили двусторонние контакты по военной линии. Речь шла об объединении усилий в борьбе с терроризмом. Президент России еще раз указал на важность создания широкой коалиции для противодействия исламскому государству. Оба лидера поддержали усилия ООН по организации переговоров между представителями сирийского правительства и оппозиции. Они должны состояться в Женеве в конце января.